Впервые парад оркестра в Бресте провели в 2019 году. Его идейным вдохновителем стал Валерий Коваль, руководитель и дирижер Брестского городского духового оркестра. А поскольку мероприятие имело большой успех, этим летом решили вновь порадовать жителей и гостей города. Участниками международного парада станут 10 оркестров из Беларуси и Российской Федерации, в составе которых порядка 350 профессиональных музыкантов. Парад оркестров – это не просто шествие, это множество мероприятий. Это гала-концерты, плац-концерты, дефиле, шествия. И все это увидят наши брестчане и гости нашего города в эти праздничные дни. Мы ждем всех на это действительно масштабное и зрелищное мероприятие Дня города в этом году. В 11 часов 29 июля на площади Ленина прозвучит праздничная фанфара и гимн нашего Бреста. Так грандиозно откроется День города и Международный парад оркестров. Его участники представят свои визитки, пройдут в музыкальном дефиле по улице Ленина, а в начале и финале гала-концерта 10 оркестров сольются в один сводный. Это будет грандиозное мероприятие и событие. К нему мы готовились уже в течение года, предварительно всем оркестрам, а это очень такие знаковые оркестры, высокопрофессиональные оркестры. Была разослана специальная программа для сводного оркестра, которую они самостоятельно все изучали. Но самое интересное и грандиозное будет в Брестской крепости. Мы подготовили для этого мероприятия специальную программу, которая соответствует Брестской крепости, называться она будет «Вечный огонь». Это выход всех оркестров под военное болеро, и в составе сводного оркестра будет звучать победный марш. На пресс-конференции, посвященной грядущему мероприятию, отметили, что выступления оркестров и их музыкальные программы можно будет услышать с 28 по 30 июля на самых различных площадках города, включая улицу Советскую, парк культуры и отдыха, локацию возле Дворца водных видов спорта и усадьбу Рыньковка. Порадуют брестчан своей программой наша землячка София Рустамова, которая этим летом представляет Беларусь на Славянском базаре в Витебске. А еще все гости. Гостей жителей города 29 июля приглашают на берестейский бал на площадке возле Белтелекома. Вход бесплатный, условие только одно – соблюсти соответствующий мероприятию дресс-код.